Мы раскачаем. Мексиканы, мама. Танцуют без причины каникул в стиле латино. Появляется кто-то, проходит мимо, найди свою половину. Время летит, льется рекой текила. Новой интриги в поисках любви свои шансы оценить. Я сейчас хочу вам предложить поиграть в очень интересную игру на логику. На вашу сообразительность и умение креативно, нестандартно мыслить. Сейчас вы должны найти применение нашему банному венику. И ни один не должен повторяться. В принципе, можно просто сказать и все, не обязательно показывать. Опа! Бухать? А-а-а! Лейтенант Бальчиков, ваши права, пожалуйста. Здравствуйте, а почему вы с веником? Вы знаете, веником? Что можно остановить только с жезлом? Жезлом? Да. Ты не будешь гнать, Полина. Отлично, спасибо. Похлопаем по ему. Было заготовлено от Кимпона. Да, девчонки сказали, это отмен мёртвый! Сказали, это отмен, ты приходи! Что за мусор постоянно? Додумалась. Сейчас сама будешь убираться! Отлично. Я могу вот так выйти. Пожалуйста. Закрыться? Подожди, закрыться и станцевать стриптиз для своего отлично. Любимого мужчины, а потом костюм, открыть. Костюм из веника пальмовым. Отлично. Итак, посмотрим, как же Михаил использует банный веник из пальмы. Я в образе. Ребят, все. Мне кажется, он играет в партизанах. Партизана. Там он проходит. Да, естественно. В банк хранения информации. Это самое тупое, что я когда-то видел. Спускается вниз по этим. И вот лазер начались. Так, драматург. И вот он дотянулся до клавиатуры. Начинаем резко взламывать базу данных. Так, у нас в руках что? Бигмата. Чем в этой истории на полтора? Бигмата, не висит. Вот он уже компьютерный стоп. Саш, можешь здесь сказать? Так, нашли. Фотография голос Смирновой. Начали заканчивать. Мирок. Вау, господи. А при чем тут веник вообще, собственно? Веник Смирнова и Канели. И только появляется! Смирнова не разговаривает. Сейчас еще активно. Дисконнект! Дисконнект! Знаешь, я... Усмирительную рубашку. Спасибо, это на миниатюра. А при чем тут веник? Настя, спокойствие. О, отлично играем. Если ты ко мне, Елисей, подойдешь, я тебе ну так... Тихо, что тебя мать родная не узнала. Тихо, тихо. Расскажи мне, как твои дела? Тебе нравится Настя? Ты хочешь ее чпухнуть? А что с другими девушками? Ты знаешь, что они обижены на тебя? Знаю, общаюсь с Настей. Но они очень сильно обиделись. Алена на тебя обиделась, Ксения обиделась. За что? То, что я не выбрал их? Да. За то, что ты как бы так вот попробовал таким. Использовал их. Они сами проявляли инициативу в общении со мной. Я тоже проявляю. Вот ты мне не даешь? Тебя я не выкину. Нет. Вот ты меня и не выбрал пока. На свидание ты берешь какую-то женщину. Их было пару две. Пару ты развиваешь не мою. Я аутсайдер в твоем сердце. Знаешь, ты мало предпринимаешь каких-то усилий в погоне за моей. Мало, да? Хочешь эмоций, чувств? Мне нужна романтика. Может, немножко БДСМ?
Мне нужна романтика. Романтика, да? Какая романтика? Романтики не будет, это Мексики. А конфета, букет на цветочный период. Боже мой, твой прыщик. Не только твой. Я приду завтра утром и выдавлю его. Оставьте. И сегодня вечером и додави его, потому что я уже начал это делать. Он прекрасен. Знаешь, что мне нравится? Пот на твоем лице. Правда? Мне кажется, что это сыпь какая-то, либо болезнь. А потом ты понимаешь, что ты можешь сделать так. Оп. Так, ну. Спасибо. А мне нравятся твои шикарные русые волосы. А мне нравятся твои кудрявые брови. Ты их забываешь? Знаешь, а я тебе уже говорил об этом. Мне кажется, что у нас есть эгоизм и гармонизм. Что мне нравится больше всего мы в тебе? Мы похожи друг на друга, поэтому притягиваемся. Это называется... Я могу посчитать это за оскорбление? Нет. Гармонизм и эгоизм – это... Мне нравится длина то, вот этих волос. То, что нас связывает с тобой. Серьезно, почему ты его здесь так оставляешь? Чтобы ты смог потрогать. Слушай, здорово. Именно поэтому я оставляю полосочку волос на лобке. Давай. Постесняемся Луиса. Не будем заниматься этим при нем. Ксенечка! Да. Я просто хотел посоветоваться с тобой. Можно сейчас? А, ну давай. А что ты дверь не закрыл? Или до Марика уходить? Давай, давай. Короче, полностью написал. И чуть-чуть момент такой. Может, я кажусь груб, особенно когда вижу прикосновение чужих губ к твоим губам. Я сам прикоснулся к твоим губам, я разделил бы мир нам пополам. Когда я вижу твои глаза, мои фразы уходят в никуда. Ради тебя я готов измениться. Извини, что посмел сказать, что я влюбился. Ну, не буду, но буду стараться ради твоей даже улыбки. Удивлять себя и никогда не делать ошибок. Не отвергай меня. Я совсем другой, я вовсе тебе не чужой. Я собираюсь быть с тобой, заниматься игрой просто мне не хочется. Здесь даже не буду шутить, петь, ругаться и конфликты, когда может прийти. Я хочу просто загладивать и не ругаться, говорить себе каждый раз, что ты прекрасна. Эти делают дурацкие фразы, но нет, только не отвергай меня, дай мне шанс показать себя. Ну так, давай я посмотрю. Да. Дарюшка, пожалуйста. Ну, конечно. Просто смотри, когда ты пишешь, вот у тебя идет, может, я кажусь груб, особенно когда вижу прикосновение чужих губ. Вот это особенно, вот такие все слова, они, если ты хочешь качественную, да, песню хорошую, которая будет людям запоминаться, которые людям будет запоминаться, то вот эти слова там особенно, надо поменьше, должна быть четкая рифма, чтобы... Блин, а ты вообще по-русски, что ли, не умеешь писать? Могу. Я разделил бы миг на пополам. Я бы разделил мир на пополам. А, мир на пополам. Ну, мир на пополам, вот это хорошая фраза. Знаешь, просто... Просто вот как, сюда пиши. Да, надо хорошо переписать, давай. Причем по строчкам, не вот так вот, а просто по строчкам, чтобы посчитать слоги, проверить, какой там... стихотворный, ну, идет слог, понимаешь? Ну, ты можешь мне помочь? Я просто, так сказать, чуть-чуть, да. Сейчас. В никуда. Ради тебя я готов измениться. Извини, что посмел сказать, что я... Нет, надо... Ради тебя я готов измениться. Извини, что посмел в тебя влюбиться. Уже лучше. Начни со мной просто общаться. Люди, когда хотят помириться, так они начинают общаться. Да. Ты вообще некрасивая. Ты просто сексуальная. Но при этом ты так мне нравишься. Это агрессивный человек, я с ним не могу жить, мне с ним неприятно, мне вообще находиться неприятно, и никому с девушкой не нравится, и никому неприятен. Он разбил всю мою косметику, мне краситься нормально нечем. Он выкинул все мои вещи, хрен знает куда. Так надо, мне это не надо, и никому с девушкой этого не надо. Вообще не могу вот спокойно я... относиться вот... на пятницу относиться. Да.
Ну просто, понимаешь, да? я бешусь, а ты себя спокойно ведешь. Мне нужно вот такое вот. Ну, у меня все вот мои парни были такие. Я бесилась, они спокойно себя вели. И я сама утихала. Мне не нужны такие же ебуты, как и я в моем доме. Мне нужен кто-то, кто будет меня пресекать каждый раз. И не делать это, знаешь, неадекватно, как делает это Саша. Он мне не симпатичен. Мне не нравится в нем ничего. Ни как он одевается, ни как он говорит, ни его шутки, ни его внешность, ни его одежда, ничего. А Сане нравится как Ксюха, да? Мне все равно, кто ему нравится. Я просто говорю, что он Ксюху любит. Мне насрать. Ксюша все хуже и хуже. Она с одного хуя на другой бегает и каждый раз сметается между подругами. Давай потом поговорим. Я даже не хочу на эту тему. Поставим точку. Мы поставили точку. Да, я отдохну. Да, я Мне кайфово сейчас. Чай уйду. Я не хочу выяснять отношения. Я навыясняюсь уже с тобой полтора месяца. Я просто каждый день выясняю с тобой отношения. Иди сюда. Что я... Поговори со мной нормально. Я тебя слушаю. Я не кричу. Я тебя слушаю. Я на тебя не ору. Гадости не говорю. Елисей, послушай, пожалуйста. Это мои чувства. Я понимаю. И они заслуживают внимания, тем более раз полтора месяца мы все-таки сбыли вместе. Там, зачем ты сейчас? Ты сейчас ты ухудшаешь ситуацию тем, терпела? Что ты начинаешь со мной выяснять. Зачем? Начни со мной просто общаться. Люди, когда хотят помириться, так они вот начинают общаться. Настя, стоп. Во-первых. Они вот так не наседают. Настя. Меня этот разговор раздражает уже. Может, я тебя раздражаю, хотел сказать, а не разговор? Не ты, меня разговор раздражает. Да меня убивает, что ты меня называешь бывшим своим. Какой я тебе бывший? Если это так, то я не хочу ненормально никак вообще общаться, понимаешь? Если ты меня называешь бывшим, то значит ты моя бывшая, значит мы свободные люди, ты вольна делать все, что угодно, и я делаю. Но в таком случае совершенно все по-другому, и отношение не может быть нормальным. Тем более после того, как ты это делаешь. И я прихожу сюда, потому что вижу, что ты хочешь того же самого, что и я хочу. Но я тебя прошу, не разбрасывайся словами, которые могут очень сильно ранить того человека, хорошо, который... Елизия, давай с тобой договоримся. Я тебя услышала. Давай мы просто с тобой будем общаться, а там будет видно. Я не предлагал, не заходил к тебе. Давай потом. Настя. Давай, все. Я просто не понимаю. Я смотрю на твое безразличие, и мне очень неприятно. Это, мягко говоря, очень неприятно. Ты меня слышишь? Да. Я говорю, если ты хочешь действительно расстаться, тогда давай расстанемся. Мы расстались. По-настоящему. Мы расстались. Я рассталась по-настоящему. Я не знаю, может быть, ты по игрушечному, по пластмассовому. Ты уверена в том, что сейчас говоришь? И это после того, что у нас было, да? Два дня назад? Или ты так запланировала подпи***ться, а потом расстаться на следующий день? Это фишка твоя? Я ничего не планировала. Я ничего не планировала. Так получилось. Все. Мы расстались. Все. Точка. Точка. Выяснять со мной отношения не надо. Ты сейчас просто себя отворачиваешь от меня. Нихуя себе. Кто ты такая, Настя? Чтобы такие вещи говорить. Кому это нужно? Это очень пафосно. Это очень... поэтично. Реально обожаю тебя. Ты настолько... Сука, это ты. Ты настолько смешна. Твои наряды.
Они настолько безвкусны, что меня тоже это привлекает и дико возбуждает. И твой второй подбородочек маленький, но все-таки у меня есть. Нет второго подбородка. Маленький есть. Вот сейчас есть. Нет, ну понятно, если вы так... Господи, Кирилл, что ты ебешь мне мозги, я не пойму, насчет моей внешности, ладно? Слушай, да мне нравится твоя внешность. Но она очень своеобразная. Да, она очень своеобразная. И эта своеобразность меня привлекает. Потому что ты можешь быть разной. То есть не всегда уродом. И не всегда красавица. То есть вот так-то урод, а вот так мне нравится то, что у меня есть какие-то физические... Мне нравится. Да, мне нравится рассказать друзьям, что у меня есть какие-то физические недостатки. Отправить на стену. Потому что эти физические недостатки доказывают мне, что несмотря на них, если я нравлюсь людям, да, то не только внешностью. И это очень круто. А если бы я была идеальной красавицей, то... Серьезно, вот ты вообще некрасивая. Ты просто сексуальная. Но при этом ты так мне нравишься. Я красивая. Он все равно в халате, можно. Тебе холодно? Только смотри, чтобы мне не встало без трусов. От тебя воняет рыбой. Да, от Елисея до сих пор воняет рыбой. Тебя это возбуждает? Ты можешь обнять меня даже... Возбуждает, когда принуждает. Не знаю, что у нас будет, мы просто общаемся, но в комфортном месте. Очень комфортно. Надо подумать, что на раку и завтра будем брать. Я очень хотел это спросить. Ты с Елисеем разговаривал по поводу, что у них там, как прошло, потому что, ну, как ночь прошла. Потому что как-то у Насти не хочу я спрашивать, ну, в связи с тем, что... Ну, просто ты понимать меня должен. То есть я не подойду к Елисею и не спрошу. То есть ты вроде с ним общался на эту тему, нет? Слушай, ну, Елисей сказал, что все было, и также сказал, что все было и с Ксюшей. Но это Елисей, понимаешь, что тут... То есть, может быть, действительно он обманывает, да? Ну, да. Но сегодня по реакции Насти за было столом... Было очевидно, что не было. Было ничего. Очевидно, что ничего не было. Вообще очевидно. В чем же, интересно, действительно дело? Интересно, если у них ничего не было. В чем причина, может быть... Не хочет, мне кажется. Да, только лишь. Елисей задал вопрос. Или ты не общаешься с Кириллом, или ты не встречаешься со мной. То есть, вот получается, грубо говоря, или он, или я. На что он сказал, я не могу отказаться от такого человека, как Кирилл. Тоже все очевидно. Понимаешь, поэтому они расстались вчера, получается. Я зашел к ним в комнату в тот момент, когда действительно они вот последнюю точку поставили. Настя, естественно, переживала. Видимо, действительно... Она давно хотела этого, но не знала как, не представляла себя одну, тут появился я. Не знаю, что у нас будет, мы просто общаемся, нам комфортно вместе, очень комфортно. То есть мы чувствуем друг друга, мы, то есть, естественно, пока без всякой физики какой-то, не знаю, будет она, не будет, но сейчас мы действительно друзья. Хорошие друзья, которые просто поддерживают друга, общаются, знаешь, и думаю, все будет нормально. Понимаешь, это... Слушай, а я думаю, ты не видишь, как она себя с тобой ведет? Ты вообще сам что чувствуешь, когда вдвоем наедине? Прикасаешься ли ты к ней, позволяет ли она прикасаться, есть ли какие-то, знаешь, контакт глаз, или же какие-то моменты, где ты, знаешь, ну, не мне тебе рассказать, ты должен все понимать и чувствовать. Все есть. Ну, знаешь, какие вопросы. Чего церковь расскажешь уже второй вечер? Разговаривал о тебе. О днем, обо мне? Ну да, типа, был ли секс у тебя с Елисеем? Ну вот, на что Елисей утверждает, что он был, и он Эрику утверждал, что он был. А я, типа, ничего не знаю. Ну что, типа, мне у тебя как-то спрашивать как-то неудобно. Вот, поэтому говорю, Эрик, расскажи мне, он мне сказал, что, типа, вот, все было, то-то. Также Елисей утверждает, что был секс. Ты с Елисеем разговаривал? Нет, с Эриком. Эрик с Елисеем разговаривал, я говорю, типа, расскажи мне, ты разговаривал с Елисеем, был ли у них секс или не было? Что у Насти я не могу спросить? Потому что, да, не хочу ее как-то обижать. А у Елисея, понятно, я не буду спрашивать, там, потому что я разбил комнаты все эти. Вот так вот. Трёшь. Вот. Поэтому он мне рассказал, что, типа, да, но Елисей говорил, что он и с Ксюшей был секс, они там занимались всякое, хотя это все вранье полное. И сейчас, судя по сегодняшней Настиной реакции, очевидно, что секса не было. Ну, точнее, как бы дала всем понять так. Эрик меня спрашивал. Как с Настей, ты, говорит, чувствуешь от нее какие-то, не знаю, знаки внимания, взгляды, ты там прикосновения? Я говорю, да фиг, ну я трачком прикидываюсь, я говорю, да фиг знает, ну,
вроде симпатия есть, как была, там, ну, прикосновение, это, я говорю, конечно, отношения могут будут развиваться. Да, преследование. Я говорю, отношения, говорю, развиваются, но они как бы дружеские, но, может быть, потом какие-то будут прикосновения, взгляды. Куча дурачком так прикидываюсь перед всеми, мне так неудобно врать. Лучше бы эту тему вообще не затрагивали. Надо подумать, что на оракуле завтра будем врать. Посмотри, пожалуйста, есть ли мать или нет. А давай реально поставь какую-нибудь вазу туда. Толстопопик. Слышишь? Так, ну вот завтра раку по-любому, Кирилл, что у вас с Настей, мы говорим дружба, правильно? Угу. Спросишь, типа, а если спросишь, есть ли у вас там какие-то тактильные нет. эти? Нету. Будем нахуй. Подумаем, короче, что сделать. Ну, по-любому будет, типа, кого из трех девушек ты выберешь? Вот такой. Скажу, я общаюсь со всеми тремя. У меня симпатичные и сейчас я, дабы не показаться проституткой и шухой, перестал свой язык куда попало, и сейчас я веду себя крайне порядочно. Решим завтра. Хотела поинтересоваться твоими отношениями с Аленой. Слушай, у нас все хорошо. Если у меня на голосовании будет иммунитет, я выйду за Аленой. Если у меня не будет иммунитета, я выйду за Аленой. Потому что я считаю, что если будет иммунитет, я не буду, Кирилл, мешать в ваших отношениях. Если же, соответственно, у меня не будет иммунитета, я пойду к Алене, потому что Кирилл, скорее всего, выйдет к тебе. Будешь выходить за Алену, потому что это как самая близкая тебе тут девушка, это твой самый близкий друг, от которого ты ждешь поддержки, или по какой причине? Вот мне что больше интересно, как ты воспринимаешь Алену? Алена для меня сейчас это поддержка. Исключительно, что из этого вытечет, я не понимаю. Но не то, что не понимаю, я не знаю. Она может быть адекватной, когда она адекватная, меня тянет к ней. Но ее неадекватность, как правило, доминирует над адекватностью. Почему я к тебе не ухожу? Потому что я не уверен, что ты меня поддержишь, если у тебя будет выбор относительно меня и Кирилла. Потому что я увидел, что тебя к этому человеку тянет, у тебя какие-то, не знаю, чувства громко, наверное, сказано, у тебя какие-то там симпатии к этому человеку. Вот и все.